Всем большой привет! Сегодня хочу рассказать вам, как я вырастила зеленый лук на подоконнике. Прошло всего лишь 15 дней, и вот мой урожай. Лук я буду садить в опилки. В опилки я налила воду и оставила примерно на 1,5-2 часа, чтобы опилки впитали в себя воду и были влажными. Хвостики луковиц немного обрежу для того, чтобы лук рос ровно и не тянулся в разные стороны. Опилки насыпаем в пакет, и лук можно выращивать прямо в пакете. Пакет с опилками я переложила вот в такой вот пластмассовый контейнер. Вместо такого контейнера вы можете использовать любую коробку из картона. Посадили мы лук очень плотно друг к другу и убираем его на подоконник. Через 3-4 дня лук начинает прорастать. Поливала я лук примерно 5 раз, смотрела по опилкам, если опилки суховаты, подливала немного воду. Лук мы садили 15 апреля и 1 мая мы уже собирали урожай. За это время корневая система очень хорошо разрастается, поэтому лук вырвать будет сложно. И я его при помощи ножа обрезаю под самый корень, и все корни остаются в опилках. Потратила я 50 рублей на севок. У нас такой лук стоит 170 рублей за килограмм. Я посадила всего лишь 300 грамм. А свежая зелень у нас стоит 650 рублей за килограмм. Попробуйте и вы вырастить такой лук на подоконнике. Сложного ничего нет. Полезные советы читайте в описании. А из этого лука я обязательно приготовлю что-нибудь вкусненькое и поделюсь с вами рецептом.